Приветствую всех, с вами Маркелло Борис, и сегодня я вам расскажу именно вот о CoinsBit, о этом хайпе, который идет в интернете, и здесь начисляются деньги в токенах, и многие люди зарегистрировались, пытаются пройти верификацию. Смотрите, вот депозит, я вам могу показать, что 6 тысяч, у меня $600 уже, можно сказать, на счете. 1 января, по утверждениям этой криптовалютной биржи новой, эти деньги можно будет вывести. Ну, по крайней мере, так написано на официальном сайте. Смотрите, мы сейчас зайдем в аккаунт, и я вам покажу процесс верификации. То есть здесь имя и контакт. То есть первое, что вы должны заполнить, это свое имя, отчество, фамилию, что вы мужчина или женщина, день своего рождения, адрес и так далее. Также вы должны отправить документы, подтверждающие личность. То есть это паспорт, страница с персональными данными и селфи с удостоверением личности. То есть если это паспорт, соответственно, вас должны сфотографировать, и эту фотографию нужно будет отправить. То есть у вас в руках должен быть паспорт и вот такая вот надпись. То, как я сделал, сейчас я вам буду это показывать, как я делал вот это все. То есть я сфотографировал сначала свой паспорт. Сейчас я найду этот файлик. Где-то он у меня на рабочем столе. То есть сейчас вы увидите. Вот мой паспорт. Вот мой паспорт. Я его сфотографировал. На паспорте должны ваши данные все читаться. И еще я одну фоточку делал, как просит это при верификации. Вот, я написал на листке бумаги CoinsBit.io 23.10.2019, поставил свою роспись, и, соответственно, вот здесь у меня получился в руках паспорт. Все читаемо, все видимо, лицо мое видно, паспорт мой видно. Вот так я вот прохожу верификацию. По крайней мере, я думаю, что это все у меня получится. На данный момент я отправил сначала, вот подтверждение еще нет. Но, тем не менее, я думаю, мои данные пройдут. То есть, здесь будет кнопка «Загрузить фотографию», здесь будет кнопка «Загрузить фотографию». Все, что вам нужно для вашего непосредственного участия в реферальной программе и чтобы приглашать людей. Вот вы видите, что ваши рефералы зарегистрировало 6 человек. Верификацию у меня прошел только один человек, вот Андрей. Верификация у него пройдена. Соответственно, мне начислилось 1000 монет, и Андрею начислилось та сумма монет, которая была положена. На данный момент у меня, вот после моей активации, вы все прекрасно видели, что у меня на счету на депозите 6000 монет. Кто хочет попробовать, ссылка на регистрацию и на как активировать, я вам уже рассказал, как пройти верификацию. На этом заканчиваю. Всем привет и ждем вот этих токенов. И вы можете прекрасно видеть, что у меня уже $600 на счету. Ждем 1 января, ждем чуда, и, возможно, эти деньги окажутся просто у меня на кошельке. Всем привет!